Валентина Басова, «Стакан молока». Мальчишка был голодный и без сил, давно не ел. Пришел издалека, в дверь постучав, воды он попросил. Но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить. Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь. Она у человека лишь одна. Так работал в клинике одной. Ученым стал и доктором наук. Больным спешил короткий выходной. Хороший доктор, слышалось вокруг. Однажды утром сделал он обход, тут телефон призывно зазвонил. Больная у меня и ждет народ. Не помоги, хирург его просил. Сейчас приду, не брошу одного. И дверь открыв, больного увидал. Вдруг встрепенулось сердце у него. Седая вся, но он ее узнал. Она, да как я мог забыть ту, что дала когда-то молока? Больна серьезно, буду сам лечить, хотя надежда так невелика. Он спас ей жизнь, все силы приложил, живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил. Не расплачусь, подумала она, но, взяв листок, не верила глазам. От слез ее вдруг поплыла строка. Вы не должны, за все спасибо вам. Оплачены стаканы.